Новости в России. Бывший посол России в США, член Совета Федерации Сергей Кисляк заявил, что российская сторона не оставит без ответа инцидент со снятием флага с консульства в Сан-Франциско. По его словам, Москва расценивает это как оскорбление и обязательно напомнит Вашингтону об этом случае. Россия не забудет оскорбительный инцидент со снятием флага страны создания консульства в Сан-Франциско. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на бывшего посла в США, члена Совета Федерации Сергея Кисляка. «Это оскорбление. Мы его не забудем и обязательно напомним американцам», — сказал он. По его словам, ответ России не обязательно последует немедленно и точно так же. Кисляк подчеркнул, что российская сторона не опустится до подобных действий. При этом он отметил, что Москва все еще готова к сотрудничеству с Вашингтоном по ряду вопросов. «Мы держим двери открытыми, но на оскорбление надо отвечать», — заявил Кисляк. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья.